Июльское солнце греет по-южному жарко. Наши дороги заполнились десятками тысяч автомобилей со всей России. После напряженного трудового года люди хотят хорошо отдохнуть на кубанских и крымских курортах. И первые впечатления от нашего края у них зачастую от придорожной торговли. Радует ли проезжающих этот придорожный сервис? Стихийная торговля, которая была актуальной раньше, все больше уходит в прошлое именно благодаря организации кубанских ярмарок. Оформленные в едином стиле, эти места торговли, которые располагаются на оживленных трассах, привлекают как автотуристов, так и пассажиров автобусов. Прежде всего, хорошим ассортиментом и культурой обслуживания. Мы очень довольны, потому что очень часто эти ярмарки по трассе, можно в любом месте остановиться и купить то, что ты хочешь. Это ж прекрасно, когда так оборудовано. Не приходится же где-то куда-то, а здесь все комплексно. Вам нравится? Нравится. И отдыхать мне понравилось. Мы вместе с сотрудниками управления по торговле и защите прав потребителей Славянского района побывали на нескольких ярмарочных объектах, расположенных невдалеке от районного центра. И везде нас встречали прилавки с отменными фруктами и овощами. Везде было чисто и аккуратно. Предприниматели хорошо подготовились к курортному сезону. Мы стараемся, чтобы у нас продукты были качественные. И содержание этих продуктов были чистыми. Чтобы клиенты у нас были всегда довольны. Мы стараемся делать на высшем уровне, чтобы была всегда качественная продукция. То, что наши покупатели купили у нас, покушали, были довольны, чтобы похвалили нас. А по качеству мы все по аккуратности делаем очень красиво. Сотрудники кубанских ярмарок с улыбкой встречают каждого покупателя, стараясь подобрать ему все необходимое. И практически каждый уходит отсюда довольный. Да, нравится. Очень приятно. Вот с дороги, допустим, едем, мы приостановились в столовой. И свежих фруктов купить очень сладкие, вкусные, уже спелые. Очень удобно в дороге, особенно, когда едешь. Мы с Белоруссии ездим отдыхать в Крым. Поэтому очень удобно. Спасибо большое за такое гостеприимство. Предпочтение здесь отдается продукции кубанских производителей. Это и удобно, и качественно. Уровень обслуживания все время повышается, благодаря чему у гостей Краснодарского края от кубанских ярмарок остается неизменно хорошее впечатление. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».